эпифизе. Тут очень важна локализация, уважаемые коллеги. Причем не во всем эпифизе, а в половине эпифиза правой бедренной кости определяется дополнительное образование неоднородной структуры костной плотности. На этом уровне мягкие ткани не изменены, периостальная реакция отсутствует. Ребенку была выполнена и компьютерная томография, и магниторезонансная томография. Что хочу обратить внимание, опять же, на ошибки при описании. То есть и там я не буду читать полностью все эти описания. Везде видно дополнительное образование. Единственное, обратите внимание на локализацию. Эпиметафиз. Мы хорошо видим, что метафиз в данных случаях абсолютно интактен. Дополнительно было обнаружено, изменения, мы видим эти дополнительные, которые лучше здесь видно, и единственное, в супрапатолярной сумке, то, чего мы не видели при УЗИ, было обнаружено инородное тело хрящевой плотности. То же самое описание, которое было сделано на МРТ, и опять у нас пишем эпиметафиз. Обнаружено дополнительное образование. Вы видите изменения, аналогичные тем, что было на компьютерной томографии. И как проводится дифференциальный диагноз в данном случае? То есть очень важно, Елена Петровна часто нам читала лекции, где важную роль имеет значение именно локализация процесса. Если думать об экзостозе и остеохондроме, она исключается, так как ее локализация именно в метафизе. Наш процесс локализуется в эпифизе. Хондробластома, она локализуется в эпифизе, но выглядит так, как округлый или овальный участок деструкции внутри эпифиза, не выходит за его пределы. Окружена тонкой зоной склероза, на фоне деструкции определяется известковое включение. Исключить специфический эпиогенный абсцесс помогает отсутствие отека мягких тканей и перистальной реакции очагов деструкции. Для эозинофильной гранулемы, которая может быть любым модели кости, она находится внутри кости и за пределами кости не выходит. Я хочу напомнить вот еще классификацию эпифизарной дисплазии. Это спондилоэпифизарная дисплазия. Вы знаете, при этой патологии, помимо того, что изменяются эпифизы, и эпифизы при этом, как гриб, свисают, как бы, они немножко по ширине больше, нежели основание метафиза. И поражаются позвонки. Множественная эпифизарная дисплазия характеризуется тем, что эпифизы небольшие везде во всех костях, и они меньше по ширине, чем зона роста. Вот это точечная эпифизарная дисплазия, гемимелическая эпифизарная дисплазия, которой, честно говоря, мы не знали. Вот диартрическая эпифизарная дисплазия, для которой характерно просто уродство всех этих конечностей, и псевдоахондроплазия, при которой есть все изменения, такие же, как и при хондроплазии, единственное абсолютно нормальное лицо. Значит, гемимелическое, то есть это значит с одной стороны. С одной стороны поражается, как правило, часть эпифиза. И только в одной, допустим, с одной стороны могут быть поражены все суставы, но только односторонний процесс. Поэтому этому ребенку были выполнены рентгенографии голеностопных суставов, тазобедренного. Патологии здесь не было выявлено, то есть доказана локальная форма этой эпифизарной дисплазии. И выводы. Болезнь Тревора является очень редкой формой эпифизарной дисплазии, в основе которой лежит гиперплазия хрящевой ткани. Заболевание в 3 раза чаще поражает лиц мужского пола в возрасте от 3 до 14 лет. Поражение носит односторонний характер с увеличением половины эпифиза одного или нескольких суставов с одной конечности, чаще нижней. Основными методами диагностики являются лучевые. Морфологическая картина не специфическая. На сегодняшний этот день ребенок прооперирован, это образование удалено. Конечно, может быть, учитывая то, что ребенок растет, оно еще появляется. В общем, будем за ним следить. Спасибо.